Добрый день. Сегодня я приготовлю чай с калиной и эфирными маслами. Для этого я возьму калину замороженную. У меня замороженная калина. Щепотку заварки. И все это залью кипяточком. Поставлю на огонь, и у меня это все потомится, закипит и потомится 5 минуточек, буквально настоится калина. Затем, значит, когда чуть-чуть остынет, я добавлю 1 чайную ложку меда с эфирными маслами. А эфирные масла буду добавлять такие. Это каплю имбиря. Я добавлю вот имбирь. Это отличное средство при ангинах, ОРЗ. Высокая защита вообще от вирусов. И еще имбирь, он вселяет уверенность и придает силы. Затем я добавлю 1 каплю розмарина. Розмарин, он защищает нашу ауру от потери энергии, укрепляет память, снимает напряжение, усталость, ишемические явления и улучшает коронарный кровоток. И все это разбавлю я таким вкусным, приятным ароматом. Это эфирным маслом лайма. Лайм помогает собраться с мыслями и силами, бодрит, повышает работоспособность, нормализует работу сердца при стрессах, устраняет воспаление дыхательных путей. Вот такой вкусный ароматный чай я себе приготовлю.